сердце иноземцы, а у нас это пришла по сравнению со всем народом кучка, и этот народ, тот же самый, по сути, народ, покорила, оболванила часть этого народа, и он сам... Сыграть концерт, это как, ты знаешь, как в церковь сходить и исповедаться, причинить. Термин «Glory Hunter», то есть охотник за славой, причем за чужой. Ценители футбола, убежденные фанаты глоров, конечно же, презирают. Глоры похожи на новых друзей, тучи, вьющихся вокруг счастливчика, на которого свалилось наследство. Еще ближе поклонники поп-звезд. Глоры ликуют, приветствуют своих кумиров, наполняют своими восторгами интернет. Одним словом, глорят. Но стоит славе померкнуть, и глоры исчезнут. Футбольная ручка. В 79-м Гамбург впервые стал чемпионом Бундеслиги и вступил в борьбу за кубок европейских чемпионов. В полуфинале по сумме двух матчей он прошел мадридский Реал, причем дома разгромил именитый клуб «83-го». Гамбург выиграл и Кубок европейских чемпионов. Победу в финальном матче против Ювентуса принес единственный гол, забитый Феликсом Магатом. Кроме того, в сезонах 81-го, 82-го, 82-го, 83-го годов Гамбург становился чемпионом Бундеслиги. Еще одним успехом того десятилетия был выигрыш Кубка Германии – в 87-м году. После яркого взлета последовало, однако, очень долгое затишье, которое продолжается теперь. В Бундеслиге сезон 2009-10 годов клуб завершил на 7-м месте. Самый последний трофей Гамбурга – это Кубок немецкой лиги, выигранный в 2007 году. Основан в 1893 году. Пятикратный чемпион Германии, трехкратный победитель Кубка Германии, победитель Суперкубка Германии 92 года. Немецкий город Штутгарт – одна из автомобильных столиц мира. В середине 19 века Штутгартский политехнический институт закончил Готлиб Дайм, изобретатель первого четырехколесного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В 86-м году 19 века он испытывал свое изобретение здесь же, в Штутгарте, точнее, в одном из пригородов, который называется Карлштадт. В 80-е годы 19 века многие жители города пугались при виде удивительной повозки, которая внешне не отличалась от конных экипажей, была без оглобель и без самих лошадей, а при езде оставляла за собой бензиновые выхлопы. Но уже в 90-е